Так, друзья мои, всем привет из солнечной долины Калифорнии. И сегодня я хотела все-таки вам уже давно показать, и вот наконец-то решила сегодня это сделать, если у меня все получится нормально. Мы сейчас едем в магазин Costco, как бы нам надо кое-что там купить. Вот, и я все-таки вам хочу показать, что ж такое выглядит бесплатно пообедать, бесплатный ланч в Costco. How does it call, honey? Free lunch in Costco? Yeah, free lunch in Costco. Free lunch in Costco, короче говоря. В общем, я вам хочу сказать такую вещь, что очень-очень-очень многие американцы просто приезжают вот так вот на бесплатный ланч, скажем так. То есть они... Сейчас сниму очки. То есть они совершенно не парятся по этому поводу, там, что как-то это неудобно или удобно. Нет, все это удобно, все нормально, абсолютно никто, как я уже сказала, не парится по этому поводу. Люди просто приезжают, даже они, если ничего не покупают, они просто приезжают, потому что, ну вот, бесплатно можно перекусить. Там кусочек, смотришь и наелся уже вот так вот. Вот, и, в общем-то, сейчас я вам и хочу показать, что же все-таки там, в общем-то, дают, как говорится. Все, оставайтесь с нами. Так, ребята, вот мы приехали в магазин Costco. Сейчас хочу немножко так просто показать вам, насколько это огромный магазин. Это просто как такой город какой-то. И тут продается все, абсолютно все. Я не знаю, нету, наверное, такого товара, который бы здесь не продавался. Вон, посмотрите. Вообще, это обыкновенный ангар, как, в общем-то, все магазины большие в Америке. Просто ангар и все. Все товары в этом ангаре, и продукты, и мебель, вот как вы видите, и всякие принадлежности для всего абсолютно. Ну, я не знаю, ну, я вот сейчас так навскидку даже не знаю, что нету в этом магазине. Есть в этом магазине все. Ну что, идем посмотрим, что сегодня, какие сэмплы дают. Ну, тут представлены какие-то сосиски. Ну, и вот эти сосиски и дают на сэмпл, в общем-то. Вот так вот это все выглядит. Люди подходят и берут. И стоит это... Сейчас я вам скажу. Вот видите? 8,59. Какие-то сосисочки. Is it sausage? Yeah. Okay. Thank you. Ну, в общем, так. Я, конечно, это не ем, потому что, ну, я, во-первых, это не люблю. Ну и как-то, не знаю. Ну нет, не всегда. Я не говорю, что я это вообще не ем. Там вот дают, например, когда рыбку красную с тостиками. Я люблю очень. Вот эти блинчики, вот они, оказывается, стоят 11,39. А, нет. Вот они стоят 78. Вот. Я рассказывала про них. Посмотрите, если кому интересно. Вот, ну что, идем дальше. Посмотрим, что там еще есть на сэмплах. Ладно, сейчас так буду идти. Вот тут какая-то хэм. А, вот такая хэм. Hello. Тоже вот 4,69. Это хэм стоит. Вот хэм я попробую. Вот видите, вот так вот берешь кусочек. Берешь кусочек, да. И ешь. Между прочим, очень вкусная. Вот такая хэм. А, perfect. Thank you. Ага, yeah. Thank you. It's delicious. Да, вкусно. Вот это вот они. Обычно они эту ветчину, вот она. Обычно они эту ветчину на Thanksgiving Day и на Christmas. Вот такой кусочек, вот видите цены. Видно, нет? Ну, короче, вот этот кусочек $15, вот этот там 16. Ну, вот такие цены. Смотрите, что нашла интересное. Сама первый раз вижу. Полусоленые пиклсы. Короче, малосольные огурцы по-нашему. Они, конечно, такие гигантские. Ну вот, кстати, вот в этой баночке поменьше. Вот, смотрите. И вот конкретно, как вот наши малосольные огурчики. Я, конечно, не знаю, какого они качества. Но вот, пожалуйста, есть малосольные огурцы. И стоят они 6,60. Вот. Такие вот соленые, полусоленые огурчики. Что тут еще? Идемте дальше посмотрим. Еще какие-то сэмплы есть.
А, сейчас я вам покажу, что это. Это, где это? Не вижу. Ну, это, короче говоря, наподобие вот таких вот, вот такой вот пасты. Но это немножко другая. Сейчас я вам покажу. Органик, что-то. А, это вот этот салат. Келе, вот этот салат какой-то тут очень популярный. И белая фасоль. Вот. Вот так это выглядит. Две коробки вот такие вот. И стоит 8,29. Вот так девочка готовит. И сейчас можно будет это все пробовать. О, вот так это все выглядит. Сейчас она это порежет на кусочки, и можно будет попробовать. Ну, я не хочу. What? Onion. Тут у нас какие-то... А, это лук. Is it onion? It's yeah? An onion crunch. Yeah, you can use it on natural. You can use it for hamburgers, hot dogs, pizza, potatoes. Put it on everything. Thank you. You're welcome. Короче говоря, вот такой вот лук, он как пережаренный, они его используют вон для всего, как она сказала, для гамбургеров, в общем. Ну, короче, я это не умею использовать, поэтому вот так вот. Thank you. You're welcome. Так, что у нас еще дальше? Идем дальше, посмотрим. Вот тут что у нас? А, это чикен какой-то. Вот это какой-то чикен. Сейчас люди разводятся. Oh, sorry. Вот такой вот чикен. Гриль. $11 стоит. Три. А вот написано сколько. 1,5 килограмма. Вот такого вот. Вот такого вот чикена. I hear Russian voice. Do you want, excuse me, do you want me to move? You want to check the picture no, chicken no. Or you want me to open the pan? No, it's okay. It's okay. Thank you so much. You want me to call somebody? Здесь какие-то chicken burrito. Вот такая картиночка. Показано, как это все выглядит. Непонятно, сколько здесь этого. А, сейчас посмотрим. 2 килограмма, 400 грамм. И стоит это все $12. С ума сойти. А как это выглядит? Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот он так ножничками это все режет. Ну, короче, как в лаваш что-то завернуто, вот эта вся начинка. Ну, оно, как правило, все острое и, в общем-то, имеет какой-то такой своеобразный привкус, я это не люблю. Вот, кстати, вот это вот мы как-то с Соней брали, сейчас я вам покажу. Цена $10, и это как такие вот пельмешки. Ага. Wait. А вот мой муж взял вот это буррито, сейчас я вам покажу. Вот так вот это выглядит. Ага. Он любит это, я это не люблю. Вот. Вот такие вот пельмешки. Вот они, кстати, очень даже ничего. Мы их как-то брали тоже. Ну, мы так не сильно злоупотребляем, конечно, этими полуфабрикатами, потому что, ну, сами понимаете, почему. Потому что надо держать форму. Ну и, конечно, после того, как все покушали, нужно же все это дело запить. И вот из Старбакса вот такой вот холодный кофе. Ну давай попробую. Сейчас попробую и скажу вам. Кофе с молоком холодный и с сахаром. Ну, так себе. Вот такая упаковка стоит $11. Тут 12 бутылок. Ну, не знаю. Honey, I don't want it. Did you try it? Yeah. I don't like it. Муж мой. Все это как все американцы все это поедает. Ладно. Вот смотрите тоже, ребята, какая интересная вещь. Черный шоколад и морская соль, карамель. Это что-то такое, конечно, очень-очень у любителя. Даже не знаю. Ну, по крайней мере, я такие конфеты не ела никогда. Не знаю, какие они вкусные, невкусные.
выглядят, ну, как минимум для меня странно. Килограмм. Я просто люблю черный шоколад, я вообще никакой другой шоколад не ем, кроме черного. Но вот еще и с солью морской, еще и с карамелью, это, конечно, занадто. Ну, а может и нет, не знаю. Стоят они, вон, цена $9. Вот эта коробка, килограмм. Ну, не так уж и дешево, между прочим. Производство Женева, насколько я вижу тут. Ну вот, опять же состав, смотрите, милк и соя, ну вот, все. Какой же это шоколад, если это милк и соя? Странно, конечно. Очередной сэмплс, какой-то вот попкорн, причем тут, смотрите, разные вкусы, да, вот это вот карамельный, там шоколадный, какой-то сырный, ну вот, вот как можно есть все вместе, и сырный, и карамельный, и шоколадный вообще. Вот так это выглядит, стоит $10, вот такая коробка. А, так они все разные. А, я поняла, это просто она дает все вместе размешанные, а так они продаются по разным пакетикам. Она их просто размешивает. А, ну все, я поняла, да. Все, я поняла. Все ясно. Ну, в общем, вот так вот. Вот такой вот еще попкорн. Чем там вот еще какие-то. Итальян что-то. Какие-то сухари. Как он говорит, Италиан паскотти. Что-то, честно говоря, не слышала никогда. Ну, в общем, вот так вот. Вот, в общем, короче говоря, мы идем, наверное, уже на выход. Это еще не все, что я вам показала, конечно же, потому что... А, вот эти вот он рекламирует. Бискотти, да, вот. Вот эти бискотти. Они внутри с орехом, угу, с миндалем обжаренным. Вот, ну, в общем, вот море-море всего вот такого вот тут продается. Это, конечно, еще не все. Вот так вот сколько иди, столько тебе будут вот так стоять и что-то предлагать, и пробуй. И... Тут же цветочки, естественно, как без цветочков. В общем, вот так вот выглядит бесплатный ланч в Америке. В магазине Costco. Ну что, все, мы идем на выход.